Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть BioShock. Итак, нам не хватало какой-то силы одной, телекинической, если не ошибаюсь, телекинез. Я где-то ее упустил. Вот сейчас будем шариться в поисках данной силы. Эндрю Райан задает вам простой вопрос. Вы человек или робот? Где они могут быть? Вот эта дверь не открывается почему-то. Не назначено выбор оружия изменил. Каким-то оружием надо что ли открыть? Так, здесь у нас. Что-то разбито, разграблено, разломлено. Так. Угу. Так, так-то током бы что ли сюда ударить. Ладно, потом посмотрим. Этот робот у нас за нас. Да отойди. Так, тут я все прошарил. А куда можно тут уйти? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, это какая-то штука. Ух ты! Так, ладно. Так, минутку. Вода. Если что, я готов. Сохранимся на всякий случай. Кто стонал? Она вернись! Я моя кукла! Тихо. Кто еще есть? Ну я там напомню тебе. Смотрим. Что у нас здесь? Доллары. Да тихо. Не вижу ни хрена. Ой. Взломать. Где ты? Откуда бежишь? Ага, вот отсюда бежишь. Так, вот так. Вот так. Так. Прямую. Еще одну прямую. Вот так. Усилить. Все, это моя теперь штука. Блин, чуть меня не захреначило. Ай-яй-яй-яй-яй. Труп. В мишке ничего нету. Что у нас за портьера, ничего нет? Так, карту посмотреть. Это клоун. Ладно, смотрим пока. Так. Что у нас здесь? Какую-то хрень взяли. Вот живая она или нет? Кто знает? Так, о, аптечка.
Падла. Я и так тебя боюсь. Так, собраны так. Новые предложения от Супер. Так, эксперт безопасности разработан для взломщиков. Специализируйся на отключении электронных средств безопасности. Ваша безопасность зависит от эксперта безопасности. Вы выбрали свой первый инженерный тоник. Инженерные тоники позволяют вам более успешно взламывать и использовать устройства. Они применяются отдельно от плазмоидов и других. Так, понятно. Ну, давай сюда. Это улыбается еще. Как это? Ковальский. Улыбаемся и машем. Так, тут что-то было где-то. Нет. Нет. Ну точно нет. Тут даже ничего не взломать. Ладно. Фонарика нет. Так, я пришел оттуда. Да. Твою ж мать-то. Выскочил. Так. Что у нас еще тут есть? Ну, пойдем. Нет. 7 пуль у меня еще осталось. Я пришел отсюда. Да тихо ты. Я же первый тебя ударил. На. Вот так. 0451. Так, ладно. 0451. Ну тут все хоть взяли-то. Портьеры, лампочки. В гробу. Ноль. 4 51. Вау. Это автозломщик. Инъекция Евы. Патроны для автомата. Давай перезарядим и тогда уж. Еще что-то. Тапочки. Белые. Ну, вроде бы все. Вроде бы здесь все. Больше я не вижу ничего такого, что бы здесь мне могло бы помочь, понадобиться. А что, я его взял? О! Сейф, вот, вот. Вот что надо взломать. Блин. Ага, вот. Так, сейф открыт. И что мы там видим-то? Денежку. Блин. Может, где-то тоже сейф пропустил? Ладно.
Так, ты здесь был, да? Ты здесь был. Докторишка здесь. Где-то сейф еще может быть. Да нет, я здесь взял этот. Не может быть две мульки в одной, в одном месте. Нет, не может. Вот жалко, фонарика нет. Я бы хоть сильно посветил, посмотрел бы, что в стенах есть. А вот этот откуда вылез? Нет, ничего нету. Ну все, уходим. Что? Ты виновата! Твою ж мать-то! Вот так. Правильно. Опасная протечка. Обо всех случаях обнаружения непонятно откуда взявшейся воды сообщайте. Так. Ой-ой-ой. Так, все взять. Все взял. Блин, здесь закрыто. Что у нас здесь? Не назначено. Да, так-то эта баба меня испугала, блин. А, они не бесконечно все-таки. Как я первоначально думал. Блин, еще перепрыгивал. Значит, так, я здесь был. Это мне не надо. Ну, ящик с гранатами. Ящик с гранатами. Блин, запутался, куда мне надо-то? Огонь! Огонь плохой! А здесь я был, нет? Здесь я вроде не был. На добрую память. Подожди. Взять. Что это новый дневник? Понятно. Так. Блин, опять какое-то жуткое место. Я вот какой-то играл, ну, наверное, BioShock 2 когда-то давным-давно, очень давно играл. Ага, вон оно что. Так. Взять, валяется. А, вот здесь вот я был, так. Видимо, не все обыскал. О. Ага. Блин.
Так, так, так. Значит, там камера. Там в прошлый раз вроде ничего не было, поэтому, значит, мне туда надо куда-то попасть. Здесь никто не выпрыгнет. Нет, походу дела никто. Ладно. Спускаемся сюда. И нам туда надо будет. Все, сейчас вот будем. Не знаю, отстреливаться, что ли. Я же не знаю, что это. Понятно теперь, что-то за хрень. Не. Вот эта штука, надо, чтобы меня не заметила. Блин. Ладно. Я что-то сотворил. Так. Развернись, фонарь обратно. Так, новый физический ток. Радость хакера. Благодаря радости хакера ваше тело перерабатывает ток от взломанного устройства в мощное исцеляющее средство. Взламывайте и исцеляйтесь. Вы выбрали свой первый физический тоник. Физические тоники делают вас крепче и сильнее. Они применяются отдельно от плазмоидов и других видов тоника. Что-то понять не могу, как они, конечно, действуют, ну ладно. Так. Давай, потихонечку, блин, я сейчас не хочу, потому что... И мне надо туда наверх пойти что-то взламывать. Или как? А я здесь был. Все, надо выходить отсюда. Я, видимо, что-то все взял. Что-то. Целых две штуки уже взял чего-то. Буду защищаться, учтите. Так. Так, я могу так и так могу что-то. Только мне это что-то не очень-то помогает. Паразиты зарятся на восторг. Следите за паразитами. Ох, сигареты я выкурил. Так. Зачем мне взламывать, не знаю, конечно. Все, мне, наверное, можно сюда идти. Время идти спать, мистер Би.
давай. Приближаться к маленьким сестричкам — преступление. Не приближайтесь к маленьким сестричкам. Да, как бы не собирался. А я что сделал-то? Так. Ну давай. Блин. Так вот, съел, да, выкусил. Так, патроны для автомата, бронированные, револьверные. Давай немножко револьверных возьмем. Инъекцию Ева одну возьмем. И на сдачу. Так, бутылка немного повысит ваше здоровье, но понизит уровень Евы. Да, вот так вот еще возьмем. Так, а как это мне? Бомбу же надо, да, у меня перехватить как-то. Как так было по сюжету. Так. Ничего. Значит, где-то я что-то не дособрал. Ну правильно, телекинез-то я так и не собрал. Готовимся. Всякий раз, когда кто-то хочет заставить другого работать себя, он взывает к альтруизму. Вот я же слышу, кто-то ноет. Простите! Вот так. Снизу, значит, да? Начались со слов «думай о себе». Можно что-то растопить. По мне стреляли. Я слышал. Тихо. Вот так. Падла. Так, чё, взломать? Вы. Давай начать взлом. Это сюда. Где там у нас? Сюда. И вот сюда. Увеличить скорость. Так, успешный взлом, так. А чё, у меня все равно лечение $10. Да вот хрен тебе. Так, мне надо огонь. Вот так вот. Да. Я надеюсь, ты сдох. Так, я боюсь. Ну давай,
Куда ты убежал? Вита камера. Ты сдох, наверное, за углом. Тихо, 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 откуда был? А вот откуда стреляют. Ладно. Пойдем по порядочку. Что у нас имеется? Имеется у нас дверь слева. Заходим туда. Тихо, нет, открой, открой. Вау, нет, подожди, это что за хрень? Это так, нечестно. Вот дверь слева. Так, В. Начать. Давай, взламывал, взламывал, взламывал. Это точно сюда уже. Тоже сюда. Так. Где у нас? Что имеется у нас? О, вот она. Сюда, сюда, сюда. Даю твою мать. Да вот так вот. Раз. Вот так. И вот так. Теперь эта штука моя будет. Я все заберу. Разнеси их. Я так не могу, нет? Запрыгнул на раковину, с раковины. Оп. Не Counter-Strike. Или на табуретку. Нет, да? Плохо. Вот она, ты пришла. Ух, тварюга какая. Ладно. Что тут? Еще одна. Так, а это как-то взломать надо? С той стороны. Сюда. Когда Пикассо наскучило рисовать людей, он начал представлять их в виде кубов и абстрактных форм. Мир назвал его гением. Я всю свою Новый боевой тоник. Держатель ключа. Держатель ключа позволяет вам более мощно, эффективно использовать оружие типа дубинки. Стернутый носик, подбородок с ямочкой, полная грудь. Как прекрасно было бы делать ножом то же самое, что старик-испанец кистью. Так. Так. Спокойно, ага. Блин, опять эта штука меня опознает и робота своих призывает. Thank you.
Тихо, где-то что-то сверкнуло. Так. Нету ничего, понятненько. Здесь я еще пока в безопасности. А вот где я оказался. Вот где я оказался. Ладно, давайте посмотрим за закутком, что у нас. Ну давай, уходи. Вот так. А, вот так можно. А вот сейф. Сейчас. Сейчас будем взламывать. Сначала так, это по-любому. Потом вот так, это по-любому. Так, вот так, вот так. Успешный взлом. Конечно, успешно. Все взяли. Ну, это все равно не то. Даже взлом сейфа нам не дал то, что мы ищем. Значит, оно не здесь. Не тут где-то оно. Не-не-не, открой, открой. Здесь мы взяли, отсюда мы. Отсюда мы пришли. Ну вот так сюда. Опа. Так, минутку. Это кто в меня чем швырнул? Блин, так запутаться можно немного. Маленько не дупляю. Где это я так? Здесь все двери я прошел. Все. Выходим. Там вот все мигает. Поэтому, значит, наверное, сохранить. Подобрать можно. Вау, вау. Да спокойно ты. Ты бесполезное ничтожество. Тебя пора. Да что где ты? Моя кукла? Где моя кукла? Не надеюсь, меня порвало весело. Помогите мне вот с этим пустым. Сомневаюсь, что в твоих словах. Блин, загасили. Ладно. Да. Знаете, что? У меня есть маленько другой вариант. Так. Я пришел отсюда, правильно? Опаньки, вот отсюда вот я пришел. Все, правильно. Мне надо сюда. Блин. Завалить по-быстрому не получится. Так. Так. Блин, это чертовски напряженный момент.
Конечно. Ну, все так просто тут. Только что вода. Давай взломаем. Так. А вот так взломал. Так, что-то быстренько так хорошо, это мне нравится. Блин, надо вот это подобрать его. И он мне поможет. Так. Клинические испытания, серия 23, доктор Сушонг. Клиент Фонтейн Футуристикс. Работа над телекинетическими плазмидами продвигается успешно. Поднятие предметов в воздух на расстоянии не представляет сложностей. Перемещение предметов в пространстве без проблем. Остановить пулю на лету пока не удается, но получается поймать и швырнуть обратно быстро движущийся объект. Проблема вот это то, что мы ищем. Проблема в скорости реакции. У Сушонга появились новые задумки насчет плазмидов. Понятно. Вот то, что мы ищем. Где-то здесь вот оно, значит. Кнопка, так, и чё, так мне сначала надо получить его, вот он, новый плазмид, телекинез, все понятно, у вас закончились ячейки, вам придется заменить плазмид, вы можете купить дополнительные ячейки в саду сборщиков, сменные плазмиды можно перезарядить в генном банке. Сменные плазмиды можно перезарядить. Вы можете купить дополнительные ячейки в саду сборщиков. Описание. Подождите. Так. Мне не надо ничего заменять. Кидайте в противника любые предметы. Поймайте гранату на лету и бросьте ее во врага. Понятно. Так, а как мне купить-то это все дело? Ага, вы думаете, я буду этим делать? Ага, сейчас. У меня... Нет. На! Обгорело. Разве это дело? Так, ладно. Самое главное, мы это нашли. Сейчас надо в этом... В саду в этом ботаническом прикупить. Блин. Ну ладно, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.